все-таки не закрыта целка. Вот идем закрывать, чтобы потом ходить в Гера. Я просто видел, что уже закрывали, что вроде кто-то в Ельде очи выдавало. Тогда они 3 недели КД продлевали, с Медвеем закрывали. Это был 100 лет назад, еще в начале весны, наверное. Ой, а, ты уже в целка, блядь, я его жду, нахуй. Я же сказал, принял. Чарился, пацан. У меня такие кабаны на плечах, кошмар вообще. Второй раз убил его. Медведь здоровый сидит, нахуй, с какими-то медалями, блядь. Так, по бафам, холипал всем кресты, шреддер всем каски, я кулаки, ты дым и всем прото, блядь. Нет, ты кресты раздай, у тебя кресты вкачаны, у меня кулаки вкачаны, шреддер не вкачаны кулаки, поэтому так. У меня чуть что символа нет, ну вот это так, знаешь, на всякий случай говорю. У меня еще 3 бафа должно быть. Паладина включаем, чутье на нежить, абсолютно все пуляют. Конечно, у меня символ стоит, блядь. Он работает? Да. Ауру коня смените. Ой. Холипал 3-я аура, протопал 1-я аура, шреддер. Да и блядь. Стой на тёмку. Чё за хуйня? Что такое? Чё за танк? Чё так ворвались быстро, блядь? Нахуй. Она хотела покинул. Мне репа нужна, блядь. Лимон, вон отпиши Алисе в чате. Моя пати у нас, так понимаю, на замене. Да. Кто захочет там на проф или что-то сделать. Ты же активировал ловушку, серьезно? Дал стан. Через пауков играем. Давайте все завтра скелет убить трона, чтобы лучше поводить. Лимон, тебя вообще не слышно. Слышно, блядь, машины за тебя, а тебя нет. Ну, такая уже. Пауков играем.
Так, Шредер у нас в Дискорде, Дискорде, все вроде в Дискорде, Альтаир тоже в Дискорде. Так, нормально. Рогов нету, так что придется активировать. Мы попробуем подлететь к стене. По одному только активировать. Ждать вас там. Не достаю. Есть сковорыба? Сейчас два тоже рыбы. Шайпер, у тебя есть рыба? Как же классно с новым символом. Лимон, с ним не классно, потому что у нас 4 паладина, блядь. Очень классно. 15 секунд КД, а у вас по 30. Ну так, топовый символ. Смысла не вижу с ним. Разве что на... Развернем дверь. В альках. Слугу забери. Что он бегает? На кого он бежит вообще? Сука, думал эфир прожил нахуй хэспот, заебись. Здорово, пошли. Давай, дашь потом по второму дизайну. Принеси зеленку, тот писюн. Тот молодец, потому что у меня в рейде разрешено не дизелен. ПГ. Но только энчантером, нахуй. Можно, ну ладно. Тогда вам всем капец, блядь, потому что я энчантер. А, у меня на варе только энчант, сука. Тогда вам вся зеленка, моя. Да, вот там. Медведь, смотри, если будет один танк танчит, второму не обязательно стоять перед. Потому что у него клиф, но не делится между танками. В принципе, ребро можно в одного танка, не? Ну да, а у него ход есть. У него сова. Сова? Ну отлично, будет две. Альтаир, давай на этого босса в сову. Мы тут соло, блин. Ты и леди можешь одного затанчить. Ну да, в принципе. Только трэш с одной стороны. Да, трэш тут. Есть кого рыба? Вчера кончилось, нема. Я могу слетать купить, если, да. Блядь, нет. А в ХБ нельзя взять, типа? У меня нет прав. А-а-а. Ну, ребаф раздали пополам. ГБ поставить. Ну, если что, у меня кулинарка есть, 415. А вот сейчас секцию ты возьмешь оттуда. Ну, гиль трейд, чё, нормально. Зыщем тогда. Лачдана, напишите Лачдану. А что мне написать, я тут? Лачдан. Закинь нам рыбу. Выдай, пожалуйста, рыбу. Выдай рыбу на рейд, пожалуйста, статку. Да, принят, сейчас. В третью ячейку можешь кинуть. Вижу там, а рыба есть вообще, нет? Рыбы сейчас нет. Он закинет. Ну, я вам скажу, что рыбы нема. Купи, да. Я тебе потом бабки отдам. После рейда. Сейчас гляну, у меня чуть рыбы, по-моему, было дома. Там реги есть. Вон, под каменщик, лосось, короче. Пряности, медуза. Вон у кого-то кулинарка есть. Так мы говорим про БК, что? Да, я обычный. Где реги?
Где реги? Пристабав. Реги в пятую ячейку. У меня 8 рыбы есть, я положу. Давай, вторую ячейку. Смотрите, во второй ячейке, там с правой стороны один слот только давай. Есть свободный. Ну да, давай. Положу. Я забрал. Или кто там забрал? Ты хуй, блядь. Давай, ставь рыбу. Да, да, окей. Сука. Ставлю рыбу. Рыбу экономим, блядь. Я помню, в детстве, короче, такой был прикол, когда диктуешь по карточке кому-то, типа, пополняшку, а все остальные с телефоном стоят и рядом, типа, такие вводят, делают вид. То же самое с рыбой. Альтаир, хватит закладывать рыбу. Альтаир, ты меня слышишь, нет? Давай в сову. На первом боссе ты в сову, даже, может, на леди будешь в сове. Давай, отжирайся. Моса, дай ему иннер, блядь. Хотя не, на, ставь так. Так, холли пал у нас есть, да, да, да. У кого бафов каких не хватает? Вроде все есть, все, арчи на пул. Альтаир, чё, отпиваешься, да? Сейчас дам отчет. Где он у меня, блядь? О, сегодня в клубе танцы, да? Дай отчет. Геру. Агро. Шип сняли, слили. Ну, копии. Дайте БР. Мосса, дай БР. Сука, алло, блядь. Ну, кот на шипе я тоже не буду бить тогда. Лучше не... Чё, БР не будете давать, что ли, блядь? Мосса, нахуй. Понял, Мосса не давай, БР. А, дал. Альтаир дал, БР. Мосса вообще, блядь, в Дискорде, нахуй? Мосса, плюсани. Если ты в Дискорде такого не видно. Концунгу дайте салют, мастер. Что там? А, у меня когда 30 секунд? Тогда что это? Кому дать? Концунгу. И стоп. Помогу фулл ребаф. Лужек не стоим. Теперь, короче, будет другая проблема. Мастерство упало. Парирует атаки. Вообще. Перед лицом не стоим, блин. Сейчас мы по нему, блядь. Урон весна. Ну, по нему урон.
так профул бить, типа, я не могу. Умён, не парься. Мы уже не первый раз так ходим. Если что, я варом зайду. Ты спорим на косарь голды? Это же часто. Чудо, три косаря. Это же мало. Только ну-ка расскажите, я азартный человек и выпивший, что надо там на кого ставить. Можешь сделать ставку, убьем профа мы или не убьем, только найди себе спорщика. Да. А кто хилы? А, ну, тебе надо? Хилы Шейпер и Шансун. А нет, Шансунка этого Пала взяли с холчат. Третья карта Холи Пал. Кому-то надо. Ну, Шансунг щитует, правильно или нет? Не-не-не, я шапешу. Там два хила будет. Холипал и Шама. Ну, должны убить. Да мы убьем, просто у нас 4 паладина. И у нас... Какая разница, главное, чтобы вы додешили. Давайте быстрее. Меня одно интересует, почему Шреддер ниже меня по ДПСу, блядь. Угу. Он выше тебя по ДПСу, не намного. Нет. Ну, по ДПСу выше, по урону нет. Короче, агри, трэш. Ну, только, блядь, не пачками агри, я тебя умоляю. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах, всё давай, давай. Хилим, блядь, хилы, пошли хилим. Шансунг за контроль. Вестника. Смерки, блядь. Пейте косты звездочки. О, отлично, один убежал от страха. Еще одного или не надо? Нет, нет, нет. Пускай. Воскрешенного убиваем. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах... Я групп в лут поставлю. Да, ребята. За контроль одного. Контролю. Нахуя туда раз... Хрена раньше видел его? Больше, чем у лут. А кто еще привел? Знаю, контроль. Сова Старфолла. Под морду уходите и ревните, который с топорами зелеными. Чуть не стойте перед мордой, не очень сильно клею. Неплохо. Не отходи туда, они сейчас отойдут в сагрице, блядь. Ну вот нахуй. Да, блядь. Бля. Покалывайтесь. Ща. Заходи. Все, я понял, короче, с этим мобами надо играть. Ты их должен, блядь, на лестнице всегда вести. Угу. Чтобы они отходили от других снежек. Тупой трэш, он не так должен работать. Ты видишь, какой у них фрейм? Я рывок не могу дать на них варом, да, блядь. Да, фрейм раз в 10, наверное, больше. Потом что в Дискорде пишет? Так, на Синдре, это у них фрейм отлично. Роллиная лема. Так, написали в Дискорде, кто ролит на офспеке, блядь. Считается как мейны. Холи пал на танка, да? Ну я не буду уже писать, потому что я с телефона сижу, не особо удобно, если честно. Блять, пока писал, трэш сорвал. Полипал. Если что, я сам кидаю на тебя читал. Хочешь кидать, okay. Не берите. Не, просто некоторые забывают об этом, поэтому я уже смотрю. Ну, иногда забываю, но я в основном сам как бы себе обновляю. Слушай, это очень хорошо. У него вкачанный просто. Бой рвется танчить вообще, алё. Мне не восприимчивый. Мать пистанный. Мастер, забери, там зелёный кусок. Лежит трэш.
А я поставил групп лут, я теперь не могу забрать. Ну, поставь обратно и забери. Блин, там целая куча пыли, мне надо за ней. Так, Жучков. Нужно подойти. Трубой, сразу, блядь, не врывайся, у нас один танк протопал, блядь. Куда? А, блядь, лимон. Давай я заберу. Нормально. Просто отбегаю от всех, и все, а вы раньше. Только люди не согреть, умоляем. Слушайте, а вы вообще гильдии фулцелка закрываете или нет еще? Какое? Ну, десятку хотя бы, обычку, да. Десятку закрывали. Закрывали, да. Ну, как тебе сказать? Ну, когда я был первый раз, когда мы были, нахуй, нужно было людям закрыть, мы закрывали. Когда теперь людям уже не стало нахуй надо, блядь, никто не закрывает. Не хочет. А 25-ку 10 закрываем, и тоже никто не хочет. То есть, блядь, гильда такая... Ну, как тебе сказать? Я бы закрыла, но вы не закрываете. Короче, синдру лича даже не ходим травить, вот так вот. Печально. Короче, мне просто до сих пор как бы и там левел нормально, и заебись в рейде себя чувствую, но проф до сих пор не закрыт. Очень проблема. Не парься, закроем тебя, если не пить не будем, да. Проф потом и каждый КД закрываем. Нахуя? Кто так? Ахуя, там тайфун устроит. Забери на. На нахуй, блядь. Я забрал. Сова тренируется. Ну, это можно не есть, да, я понял? Правильно понял? Можно не есть. Огонь. Кристаллы тоже мне нужны. Я поднимаю. Впервые два. Так, сейчас, секунду, у меня телефон. Рибаф. Так, фулл рибафы подайте. Фау, да, открывайте ману. Танчишь тут, нет? Соло? Ну, можно. Ну, только агро будет лететь. Ладно, бабу нажму, кину, стаки давай. Только трэш бейте тогда. Ой, это... Паладин, которого я люблю, у которого очень длинный ник. Давай ты соло полностью целкодей затанчишь, а я тебе дам три кагал. Пика. Что думаешь, я такая дешевка? 2к. Ты чё? Ну ладно, штука 999. Не, ну соло точно не заканчу, потому что есть проф, потому что есть... Турбайс, ты шо, фулл хэнс донатился, что ли, блядь? И синдра есть. Три босса минимум, на которых нужно 2 танка. И чё, в принципе, тоже можно. Да, пить меньше надо. Так, пристабав, не вижу. Шансунг. Куда ты там пошел? А если не получится соло все потанчить? На стол тык. Турбойс фулл донатился, да? Да. Это, ребят, такой вопрос. У кого-нибудь есть тут Юва? Тут нет. Ой-ой-ой. Что, чекай, мастер, да погнали нам быстрее. Ну-ка, лимон, давай. Сколько Шансун, таком... дай мне пристабав. Сколько такой маг ДПС должен выдать? Какой? На турбойс. Турбойс? 274 1014 не меньше. В десятке. Ща, я тут. Нахуя лимон, если пристабафа нету, пристабафы, короче. Пусть бафы. Трэш. Фанатиков сначала скрываем. Диспель ты проклятие, мал, турбой, диспель проб, чтобы они эти, не появлялись юбки и штуки. Ставим. Череп попадет или нет? Нет. Я его тролль. Попадет, я верю в него. Смотрите, по агро, второй фаз, по агро, осторожнее. Ты все хп я просто пушила. Сколько? 11 команд дает, а не 14.
Ну тут, ну не даст, демон, демон проверить. Нет. У него демони нет. А... Трэш вылез. Кто-то не диспелил и вылез кособок. Бейте его. Короче, кособок. Гели можно танк ушатать. 25. Проклятие, диспелите. Маги, совы, блять. Маг, друид, диспелите проклятие, чтобы не было кособоки. Переводим, должны успеть. Будем тут бить. Так, на пулов у нас нету, так что, блять, осторожно. ДД раньше набирать. Элики, если что, жмите там, баблы. Так далее. Так, мобы через 20 секунд, нормально. Да успею. Веру. Всё. Давай служим. Косты сбивайте, вары. Потому что не один вар. Блять. Так на кого мне еще бабки накинуть? Мор. Салю, Шансунгу. Там далеко, где он, блядь, я не вижу. Я подальше от неё. Я дал сальву. Я тоже дал. Две сальвы, классно. Ну, норм. Тут теперь-то побой. Да, сейчас я с Армуна. На кого сейчас квест, не знаете? На Чумку или... Скоро на Минчера. Ну, будет видно, походу. Черепок упади. Нет. Черепок, блядь. Ханта нет. А что за трение такая, мастера? Норм? Прокай? Хуепок. Хуепок, да. Норм проки. Ага. Кому на успехе, блядь. Понял, нахуй. Дым и чё, блядь, нахуй. Распил, давай. Только моба вначале не трогайте, пожалуйста. На успехе ролим. Кому надо. Ну, если не надо, так я заберу. О, блядь, еще ро мощный. Люб мгновенно. Шо, сейчас труба упадет, да? Да, с проф орган, конечно. Либо щиток. Как моб увольнем? Орган вообще самая лучшая триня, вы чё? Орган это говно. Я ее сролил был, я дал войду. Я на нее донатила, блядь. Пошли, пошли дальше. Не трогаем трэш вообще, блядь. Бьем нас в следующий. Офигели, да? Да душ-то надо, вы чё? А за ней душ не даются, войд. Бьют вон, вес на сам. Они-то вешаются, но вроде не дают. Так же, как с мелких. Турбойс, он вообще дракона танчит, блядь. Пустили тоже дают. У нас турбойс профильный танк просто. Недолго, правда, танчит. Блять, 800 репы надо, ребят, давайте дожмем, а то мне это колечко заебись. Целкашную надо. За босса же по 270 дают. Мы да. Только убиваем. А хватит, дожмем. Комбат есть, пиздите. Поедем на силе, бейте. Вызыватель, да. И такой вопрос, кто здесь относительно богатый? Ну, немножечко, чуть-чуть совсем. Тут все богатые. Это 100к, 20к, блядь. Не, ну, блядь, в районе сотки. Я все просто вот сегодня... Да, я просто профукачал, все слил, а, блядь, починиться. У меня сейчас вот немножко чуть-чуть поломан, так мало ли. А, Шейпер, а что у тебя за щит, нахуй? А кто говорит? Холик. Холипал ты? Да, да. У меня ровно 911 голды, я считаю, что это знак 911 помочь. Кому кинуть? Это Дымыч. Тоже пал. Дымыч. 911 голды. Пал и друг друга в беде не прозай, да? Где ты? Не знаю, у меня иначе не прогрузился, блядь. Всё. Далеранс, Альдаир, на том корабле или на нашем?
В танка давай. Слушай, я перед Саурфом пойду, починю, забегаю быстро. Мамонт есть у кого. Давайте, берите ранцы. Значит, Лимон, ты летишь на другой корабль. Альтаир, спекайся в танк. Медведь тут, медведь тут. Вообще, кто тебя АФКшит, ну? А, слушайте, вы не в курсах? Был такой баг здесь, починили или нет? Типа, когда пушка а замораживается шоком небес, да. Починили, все, уже починили. Не размораживает. Понял. Мамонт, кресло, обновите, пошли. А, вот, стоп, мамонт, я что-то... Альтаир в мешку. Так, все, от души. Я на тот корабль. Да, вы, я так захотел. Че, в пухе кого-то посади, не? В пушке милики садятся, Войд и я. Хотя, это вопрос. Блядь, хотя... Сколько у меня показывает МП? Что показывает? МП у меня сколько показывает? У кого МП, блядь? А, блядь. Ну оно показывает как не вкачанное. 100%. Ну это понятно, количество. Да что, это не это быстрые смены, блядь, шмоток, что ли, Таирну? Я заметил на ребре, что он по одному меняет, да. Там есть что, можно сеты запоминать. Серьезно? Включи себе баганный предпросмотр экипировки и управление экипировкой. Либо скачай аут. Либо скачай аут. Он всегда на 3.3.5 был баганный. Берешь, запоминаешь, делаешь релогин, заходишь и все окей. Потом он не багается. Не знаю, у меня почему-то вот, блядь, 4 сета и ничего не багается. Все заебись. Типа, давайте так, быстрее. Так, пушки, Войд и одного кого-то, блядь. А то похуй так пойдет. Чтоб просто мага убивали, милики нормально, блядь. Хотя тут все прилетают, возьмите нахуй ранцы, блядь. Слышишь, Шама, ты будешь на тот корабль прыгать или я? Я просто в любом случае... На тот корабль хилы не прыгают. Они стоят тут. Ладно, я в пушку сяду. РДДшники, ваши ближние эти, блядь, оружейники. Все, обновил. Может, скажешь, падают ли души с этого, с корабля? А что, вы двое фармите души? Вам двум засчитывается? Кто еще? Шредер. Там должно по два считаться, насколько я знаю. Ну, тот корабль, кто из танков прыгает? Пал? Их дым еще. Вернемся, мах, через 10 секунд. Лимон, прыгай. Прыгнули, убили мага. А, смотри, я сейчас далеко. Скажешь, по тебе будет идти отхил или нет? Фал. Да, идет. 14, 6. Отлично. Не, просто у меня не показывает, идет по тебе отхил или нет. Показывает только что, вот я сейчас по шаме кидал, тут на шаме, все. Мак, сейчас будет, прыгай. Оружейников дальних, останьтесь, добейте, блин. А чё вот вы сейчас синдру не травите? Синдру лича. Ну ладно, лича, там синдру. 20-ки не хватает. Мы вон пошли 25-ки профа. С первого трая убили, блядь, а на лане сидели 6-8 трафа, блядь. Тупили люди. Не, просто вроде же ничего сложного.
все а выносители нет. Вроде. Ага, вроде. Вроде тут проф сложнее считается лича, но. Шредер, тебе, блядь, что-то надо делать с ДПСом. Я не понимаю, блядь, как ты можешь так ДПСить в таком шмоте, ну. Да, на Саурф посмотрим, бля, ну, движение туда и ДП всякое быть может. Вот мне интересно, Саурф, сколько он печать даст. Печать праведности. А он что-то всегда так бегает, блядь. Я ему не скажу, на. Печать. Не, ну это еще нормально. Печать порча. Если трэш, то может включать печать повиновения. А если... я просто знаю одного паладина, у него 2Т10, 2Т4, ну то есть... Паладин на ком сидит, блядь? Я что-то растыкал пока вы там, блядь. Но он не дамажит вообще нихуя, то есть он в манекен 3500-4К дает. Кто дает? Ну ретрик, 2Т10 с 2Т4. У тебя? Да не у меня, блядь, говорю, есть один чел, знаю его. Дает 3,5-4К в манекен в 250-м кире. А какой войник может? Да не знаю, что его. Я не буду палить, кто это, но я такого знаю. Хотя, говорят, тут, знаешь, типа даже совы не дамажат. Я не знаю. За что. Это случайно девушка? А, паладин? Нет, не девушка, парень. Нет, тогда не знаю. Готовимся, да. Мародина забирай. Ну вот, а я хотя совой, которые говорят, что типа, блядь, совы хуйня не дамажат. В манекен 7-8К просто. Ну, в манекен это, а блядь, не проверка. Это Холли говорит сейчас. А. Она не в рейд. Да. А, ясно. Ну, я понимаю то, что ты не из Кирити. Пуг, Пуг говорит. Так понятнее? Гранд Хорд? Что, ты в циркуле, что ли, блядь? Ну, возможно, с Иркуля. Я отсюда вообще не из Дыркуля пришел. Потому что ты знаешь, что у Гранд Хорда все с Циркулем, блядь, потому что с X5, а я там играл. Ну, возможно, кстати. Я знаю точно, что с Дыркуля сюда многие перешли, ну и некоторые с Изенгарда еще. Улетаем сразу всем назад. Когда убьем мага. Все, прыгнули на обратно, добиваем с войдом. Смотри, не труба, а писюн большой. Сейчас щит упадет на танка, бля, буду. Бля, блин, вот щит. Я тоже буду. Труба Мосе упадет, в прошлый раз он наступил ему, карма будет. Либо да холипал наруч. Труба и щит. На щит. Серьезно? Заебумпа. Это тот щит, который у тебя отжал месяц назад. Зря ты, блядь, не ролил этот, блядь, с груля геровский. У меня просто тут щиток он немножко... Он бисовый, сока 25-ки исланы, нахуй, хуже, чем этот с груля. Там нету соки-то на этом. Так, Мосса, ты на кого ролишь? Мосса. На сову, по-моему. Но это хиловское. Полночное солнце. Какое? Never, never. Можно маунт еще раз? Какой крыть? Бля, 500 репор. Где маунт? Маунт. Мамонт сюда, иди, да. Ну что, кто-то запустил уже или что? Где запуск? Нету пока запуска, потому что Альтуир почему-то сказал, что пошел курить, блин. Так я вообще не могу запустить. Блин, я вообще ссать хочу. Рыбу жрем. Покорял, может, да. Короче, ладно, вызываться долго будет. 30 секунд АФК. Yeah.
Вот видите, а вот если бы я танчила, я бы не отходила так надолго. Потому что нехуй было с пугами ловить. Она что, с пугами? Или я не прав? Да, она с пугами пошла. Плохая девочка. Ай-яй-яй. На, ясно, чё Шреддер, блядь. А он ж фулл силовой, нахуй ему крит, правда? Сколько ему раз говорить буду, блядь. Кто-то приготовил нож. Там, блядь, валится ему всё. О, после сурка он уже ушёл курить, блядь. Тыкайте его и скиньте. Он тут больше в гильдии, чем мы, блядь. Кикать, мы не можем кикать. Он в гильдии больше Ладжедана. Шреддер, тебе в кольцо нужно поставить Амитрин. Как в другом. В плечо тоже нужно силу воткнуть. Пару камней, короче. А куда, как всё? Пьём? Пьём? Пьём, два слота. Ему боты надо поменять, нахуй. Ботинки кому? Тоже, да. РПБ, а покалы нужны. А покалы-то нужны, но можно и другие поставить кожаные, блядь, за профу. Смотри, сейчас должны упасть ноги на танк. Так, все, он тут. А че на пол? Какой именно пал? Тут 4 пала, блядь. А, блядь, играем в угадайку просто. Блядь, чем пивас? Ты где мыш тут? Тут. Он тебя что-то спрашивает. Чё ты отменил готовность? Я же запускаю. Да запускаем, блядь. Корхран, выдвигайтесь. Запустил. Присоединись ко мне, войдец. Войди в меня, да? Сука. Блин, войди от слова войд. Да. Войди. Он дымыч, забери первого сауров, а то там друид что-то не видит. Я здесь, чтобы забрать его тело. Будешь ему говорить, когда переагрить? Чё делать, таки будет как минимум профу и... Угроза медведь. Там мне уже не нравится, что-то медведь. Да-да, я тоже так уже посматриваю на тебя, ой. О, блин. Алло! Кто это? Да походу холипал. Ну, там вытряхает чипсы, блядь. Да рубой, я тебе сразу с полу даю этот. Геру. Ага, лайн спасения, блядь. Геру через 5 секунд после пула. Гера. Забирай. Медведь забирает. Трэш. Сурофан. Сука. Пума. Не помогу. Бэр, помогу, дайте. Я стрим чувствую, слов шли. Рофлит, я это не хочу, чтобы рыжий брать, он ко мне подходит. Он типа рофлит специально за мной бежит? Он продолжает, вы что, не умеете скидывать агро своими классами? Забирай. Трэш лились. Он призвал, агро слетело. В инвиз ушел, агро слетело.
Медведь говорил, да, сейчас? Нет. Монстр, похоже. А по натуре Шреддер. Ну и мысли только я говорю. Что, я не прав? Трэш. Выбирай. Трэш. Долго бьем, пизда. Выбирай. Не, ну пау для 274-го дает. Ну, он не 270. А, маг? Да. Он умер, но, блядь. Ну, как бы. Офигеть, он 274-й, лол. Не, демона нет. И что, что демона нет? Ой, я знаю одного мага, только червячок тут был. Он правда сейчас на Алика. Ну, то, что есть 70 такой. Не знаю, вот что должно быть стопер, стопер. А тебе есть инжатор бой? Трэш. Точнее, ничего себе. Такой на проф я варом, походу, пойду, блядь. Ну чё, у вас совсем всё плохо? Ну, у нас всё охуенно, у нас всё тип-топ. Чё, всё падает, такое хуёвое, блядь. Похороним тебя, как подобает. В награде... Квест на чум. Нормально. Пошли валик бить. Давайте. Ну, на успехе ролим, Алтаир. А чё за квест, чё надо сделать, то я забыл. Дебаф поймать от гнилого тухлого и сдать. Получишь сумку, в ней багрушку и мне отдаёшь. Сдавать, тут баг присутствует, можно не всем засчитать, надо чтобы... А, он больше не работает, я пробовала. Что не работает? Надо стать вместе около сдачи квеста, и танк сдает при всем рейде, и всем засчитывает тогда. Можно просто словить рывки, ой, блевоту нахуй, ты получишь дебаф. Всем засчитает, повторяю, тут баф не сервис. Я знаю! А, ты про этот баф, я думал про другой. Это не баг. Не баг.
Ну, я думал, то, что он просто пак, который прям пак, который больше не работает. Идем, Валькира, не бейте трэш. Трэш хилит ее. Где остальные? Трубойс? Чего не бьет? Невера нету, Шреддера нету. Вы бой, потому что здесь дальний не бой. Пройти не можем? Вы так пешком можете пройти. Зачем сейчас умирать еще будет? Первый вайп, там баба привет. Сейчас прибегут ребята. Вторая не сажает. Слип сдал, да? Неплохо. Вставалку пока. Брайта не будет. Шреддер примчался. С крылья прожать. Бафайте шаман. Зеленочку, пожалуйста. А, не тебе, да. Хорош. Во. Куда эта шалава полетела? Жди, не танчи пока, блядь. Невера нету маны. Удалейте вас два друга, что вы купите. Мосса плотно вообще не... Да и на шума. Монстр ТВРК? Ой, в Дискорде, блядь, еще раз прошу. Хорошо, блядь. Все, есть уже маны. Хватаем. А что вы сказал, Вадь? Думал, сейчас сожрут на копии, да? Потому что, блядь, полминуты стоял один тот самый процент. Мабу. Опа, Валь. Обновите крест, паладина. 15 секунд. Побежал за стима, и давайте обновите крест, да? И теперь у тебя креста нет. Вот я же здесь. Крест по Неверу. Просто... Подождите, бафнется сейчас, как все будут. Все рядом бафы. Креста баф обновили. Крест по... Постригование, напасешься, блядь. На всех крест есть уже, если чё. Ну, у меня 900, вон вообще, блядь, один знаков короля. А был костарь? Ну, правильно, у тебя 20, или сколько у тебя влазит в одну? Сотка. О, сотка, у меня 20. Я взял с собой 50 регов, осталось 6. Короче, ну, машину ребастом. 4 стака по 20 нас. Минимум. Лучше 8 по 20 стаков. Джилс есть кого? Там мамонта поставят. Где-нибудь я скуплюсь. А, масс есть все разве? Кто-то ставил на сутки. Она алтаре есть. Верхний бед по КД пало. Просто по КД. Сколько КД я там, блядь? Диминишн еще есть. Пофигу. Войду души идут. Не спал. Диспел. Да вижу я, все. Боешка. Снимите кота.
Еще немного, я смогу взять кольцо первое. Уху! Могу уж будет собирать тут 2-4 или 2-10. Нет, разве? Кто не? Кто не собирает? Ага, 2-4, 2-10 собирают, не? Кто, палы? Я собрал 2-4, 2-10, там будет хорошо выжать. Но я хочу собрать, попробовать 4-10. Рубовь, ты когда убегаешь, ты дай ему кольцо льда, конус холода, чтобы они медленнее бежали или вообще... Если бы ты смотрел, как за мной трэш бежит и то, что я делаю, ты бы не говорил сейчас этого. Да? Блин, ну, может, просто не заметил, окей. Там конус холода на этом серве не видно, а кольцо льда, не знаю, должен быть. Агрим нижних тоже. Странно, почему конус холода не видно? Его не видно, кроме мага? Нет, анимация не прорисованная как будто. А, ну это, наверное, из-за геодат. Ой, сколько это душ? 50. Нормально, блядь. Сколько целка надо еще ходить? Там косарь надо, да? Да. Дистал, спасибо. Ну, примерно, да. Все равно неприятненько. С прелестью души не засчитывается, насколько знаю. Я слабо ДПшу, блядь, не нравится мне это. Мы для обычной рота... Оооо, блядь. Я в слизни был, мах. Ничего не мог сделать. Да-да, все нормально. Я уже привык. Нормально, да. Мага судьба такая. Сам маг там, на. Тебе надо, короче, на репо фарм ходить будет, я так понял. Вот, если хочешь быстро нафармить души, там в ЦЛК 25 дракончики стоят. Перед... Это не серьезно, да? Душ сразу там. Турбойс, понимай. МП у Шамы, пожди. 20к у него, нормально. До открой ловушки. Мосс опять разлягся. Заебал слакать. Не пуль.
Лесните мост. Бля, я собаку. Посмотрим, есть ли тут мелкие. Есть. Долгнем. Жопа в стене, нормально. Выведи, пожалуйста, собаку, чтобы она стояла где-то попросторнее. Забирай, Миш. Сейчас мы вот так уже. Собак. Ленточка, да? Ни одной ленточки, сколько хожу, бля. Вон, пойдем это.